Внимательный зритель в предыдущем эпизоде мог заметить, что после перепрограммирования и последующей проверки health-check обнаружилось, что в памяти блока управления двигателем записан код неисправности. Последующая перепроверка при непосредственном обращении к блоку управления двигателем подтвердила, что в его памяти записан код неисправности U0101, который определяет потерю связи блока управления двигателем с блоком управления коробкой. А это совершенно понятно, так как при замене программного обеспечения эта связь не может не прерваться. Кстати, об этом предупреждает и этот тойотовский сервисный бюллетень. Статус считанного кода перманент, постоянный. Теперь перманентными могут быть не только революции, но и коды. Для его стирания недостаточно диагностического сканера. Не поможет и отключение аккумулятора, так как такой код хранится в энергонезависимой памяти. И поэтому для удаления таких кодов необходима так называемая универсальная тестовая повестка. Во время ее проведения блок управления должен проверить систему и убедиться в ее исправности. После заведения прогретый двигатель должен проработать на холостом ходу не менее 30 секунд, после чего надо проехаться со скоростью не менее 40 км в час в течение более 5 минут. Затем снова более 30 секунд холостого хода. И только после этого этот перманентный код будет стерт, в чем вы можете убедиться сами.